процедурах деньги были выделены совсем недавно, юридически. Решение было принято давно, но юридическое решение возникло совершенно недавно. Селин тоже не стал ждать, он за счет своих оборотных средств сделал судно, и вот как только деньги юридически появились, мы имеем возможность. А так могли бы получить судно только, скорее всего, в конце года, наверное, сам он скажет. Поэтому спасибо, Сергей Анатольевич, вам, спасибо всем, кто нам помогает реализовывать наши мечтания, претворять их в жизнь. И поэтому хочу обратиться к своим землякам. Давайте будем мечтать так страстно, чтобы эти мечты, как в той поговорке или в той, значит, да, поговорке, наверное, или словосочетании, мечты сбываются или мечты становятся реальностями, ровно таковыми становились, а для этого надо не просто мечтать, конечно же, для этого надо прикладывать максимум усилий, чтобы эти мечтания претворялись в жизнь, то есть действовать, двигаться, и если вдруг что-то не получается, конечно же, ни в коем случае не сдаваться и заново делать попытку, уже скорректировав, исходя из, скажем, той неудачной попытки. Только так добивались великие мастера тех результатов, за счет которых они стали известными. Поэтому все в наших руках, давайте будем двигаться. А так, сегодня давайте порадуемся за то, что к нам прибыл первый Валдай, с Днем Республики и с праздником!